Более 20 миллионов рублей потратит город в этом году на обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом говорили во вторник на еженедельной планерке в мэрии. Здесь и обустройство светофорных объектов, и нанесение разметки, и содержание улично-дорожной сети в должном состоянии. По словам Владимира Достовалова, часть работы, запланированная на этот год, уже выполнена. Строительство светофорного объекта. Улица Бурова, улица Космонавтов, 1 300 000. Работы в настоящее время выполняются. Разработка новых проектов организации дорожного движения на 47 улицах. Установка дорожных знаков на 1 300 000. Работы в течение года выполняются. Также нанесено более 17 тысяч квадратных метров дорожной разметки, отремонтировано 230 метров пешеходных ограждений.